Вы знаете, не было ни одного года, чтобы мы не высаживали на даче газанию. Очень простой выращивание и очень красивый цветок. Цветет он до поздней осени. Это многолетник, который в наших краях вымерзает. Но если его выкопать и высадить цветочный горшок, то он будет радовать вас своим цветением всю зиму и весну. А выращивать газанию я предлагаю через рассаду. Почему? Дело в том, что зацветает она через 3-3,5 месяца после появления всходов. Поэтому сейчас конец января, и я предлагаю посеять семена для выращивания рассады. Дело в том, что 3 месяца – это февраль, март, апрель. В мае у нас здесь, в Мелитополе, вполне можно высаживать цветы и ожидать их цветения. Хотя за окном сегодня ветер свищет. В Приазовье объявлено штормовое предупреждение. А мы цветочки сажаем. Чтобы не пикировать сеянцы, я буду высаживать семена в торфяные таблетки. Вот сейчас я их опускаю в воду, чтобы они напитались влагой и увеличились в размерах. А пока они пропитываются, таблетки, мы вскроем пачку с семенами. Семена называются газания блестящая. Высыпаю их на белый лист бумаги. Вот, вы видите, в этот раз семена с опушением. Часто их продают, когда они очищены от этого пуха. Ну что ж, в этот раз купили такие. Ну вот, прошло 5-6, ну может 7 минут, таблетки набухли, напитались влагой, вот, и я их выставляю в кюветку, в которой они будут стоять на протяжении всего времени проращивания. А теперь беру семена пинцетом и переношу их в таблетки, погружая на 3-4 миллиметра. И так каждую семечку. Видите, эти семена опушены. Если бы они были не опушены, их бы было не так удобно брать пинцетом. И в таком случае я бы использовал спичку. Я беру спичку, мочу ее нижний кончик, это влажная салфетка, и затем переношу семечку также в таблетку, заглубляя ее на 4-5 миллиметров. Так можно переносить более мелкие семена. Итак, переносим все семена в таблетки. После того, как все семена высажены, укрываю кюветку стеклом и ставлю, в моем случае, на теплый подоконник. Жду всходов. Убираем в сторону. И сейчас я хочу показать вам проросшие и взошедшие семена лобелии. Кстати, вот ссылочку на видео, где мы сеяли эти семена, вы видите слева вверху. Вот так выглядят семена лобелии через 7 дней. Когда они подрастут еще хотя бы до сантиметра, мы их будем распикировать по отдельным емкостям, ну, группами по 5, по 6 растениц. Все, удачи вам! И зимой можно выращивать цветы.